«Уличные зарисовки». Так вторую виртуальную выставку своих работ назвал российский путешественник Виктор Пинчук после длительного тура без затрат вокруг земного шара. Африка, Азия, Океания, Латинская Америка – всего 60 стран, 40 островов и 12 персональных экспозиций за почти 20-летнюю историю путешествий оставили след в фотоискусстве, литературных произведениях и учебниках крымского автора, журналиста и фотохудожника. Очередную виртуальную коллекцию снимков Виктор Пинчук представить севастопольцам 16 февраля в фотоклубе в РИК. Рассказать о странстве и приключениях автор согласился накануне выставки. Для встречи у нас прекрасный повод. 16 февраля открывается выставка «Уличные зарисовки» по материалам экспедиции в несколько стран, на несколько континентов. Это квинтэссенция ваших фоторабот за все 13 лет? Да, это квинтэссенция именно так моих всех фоторабот, ну, почти за 20 лет. Но ведь это сложно именно выбрать те работы, которые бы были самые вкусные, самые интересные, самые такие многозначные, что в одном фотоснимке хотелось показать и культуру, и историю, и людей, и жизнь, и время года, и какие-то праздники. Вы мне напомнили мою дебютную выставку. Мне действительно было очень сложно это сделать. Я просил членов Союза художников, которые у нас находились на улице Карла Маркса в Севастополе. Как-то они мне немножко помогли, что смогли, и я что-то отобрал. Теперь я могу это сделать уже сам. Что в этой выставке? Какие моменты вы запечатлели? В этой выставке, это называется уличная фотосъемка, это жанр такой фотографии есть. И я представлю какие-то застывшие моменты из жизни аборигенов далеких стран, тех стран, которые посетить, может быть, и не всем суждено. Я предлагаю построить сегодняшний формат нашего разговора, опираясь на цитаты из ваших книг. Я не против. Начнем с первой. Однажды в юном еще возрасте, с рюкзаком за плечами, в потрепанной одежде и шляпе с широкими полями, я спустился с высочайших, как мне казалось, крымских гор. Туда, где в низине сельские дети пасли отару овец. Пастушки обступили меня со всех сторон, приняв за странника. Начали расспрашивать, и я рассказал им о кругосветном путешествии, африканских людоедах, необычной пище островитян, традициях аборигенов и многом другом. Дети слушали, как завороженные, открыв от изумления рты. Им не доводилось бывать дальше соседнего аула. А ведь 15-летний мальчик тогда еще никуда не ездил. Обманул я их, как и вас сейчас, не была эта история. Но это доказывает в очередной раз, что, представляя, фантазируя, ставя какие-то цели, к ним можно идти. И не важно, какой это возраст, и не важно, сколько денег у тебя в кармане. Если ты решил, ты можешь достичь. Да, с этим я полностью согласен. Просто многие наши люди, выходцы из Советского Союза, запрограммированы на то, что наш человек, теперь уже российский, но бывший постсоветский, не может поехать за границу. Что это могут сделать немцы, американцы, японцы, а мы якобы не можем. Но на самом деле это не так. Это просто в голове. Какие первые страны были отправные точки на карте? Ну, до того, как я стал путешественником и стал посещать какие-то страны, я уже до того посетил ряд стран. Я очень много уже ездил как турист. Турист и путешественник – это два разных понятия. Так вот, первая моя страна, в которую я посетил как путешественник, была Эфиопия. Это было в 2005 году. Тогда было для меня что-то новое, необычно. Когда я прибыл в Эфиопию, я с непривычки растерялся, попросил местных найти мне где-то русских людей. Меня отправили в русский госпиталь. Это госпиталь, где работает много-много русских людей. Эти люди меня не поняли, зачем я турист, в их понимании, прибыл в какой-то госпиталь. Они не поняли, что для них это, для меня любая зацепка за русскоязычных людей, это как бы какая-то попытка там что-то узнать здесь. Вы сказали, что разница между туристом и путешественником есть, и я опираюсь на ваши слова. По временам моего детства надпись «Турист» сопровождала картинку, на которой человек в кедах с рюкзаком карабкается в горы. Ныне, под аналогичным комментарием, пляжник. Солнцезащитные очки, шезлонг под пальмой у лазурных вод океана. Все течет, все меняется. В чем все-таки разница между туристом и путешественником? Турист движется к какой-то конкретной цели. Он прибыл, скорее всего, в нашем современном понимании 2000-х годов. Он прибыл, чтобы отдохнуть.
Даже если он не прибыл не для того, чтобы отдохнуть, он все равно движется к какой-то цели. Например, это Эйфелева башня, пирамида Хеопса или что-нибудь другое. В то время как путешественник может идти и просто так двигаться, никуда. Просто вперед и все. Ему интересно то, что происходит вокруг, то, что он видит. Для туриста это неинтересно. Например, когда турист садится на поезд и едет на Мачу-Пикчу, есть такой поезд, он может даже не смотреть в окно, ему это не нужно. Он едет на Мачу-Пикчу, это конечная цель его маршрута, и все остальное его не интересует. В то время как путешественник внимательно смотрит в окно, или как в моем случае, он вообще идет пешком эти 10 километров, без поезда. 3 декабря 2010 года от Рождества Христова с небольшим походным рюкзаком за спиной я вышел из дома, убегая от рутины бледно-серых дней. В рюкзаке месячный запас овсянки, металлическая миска и кружка, в паспорте ни одной визы, в голове замыслы и неопределенность. В своих работах вы пишете, что вы отправились в бомж-тур. Да, бомж-туризм – это мой учебник, который я написал. Он существует на двух языках в настоящее время. Он находится в свободном доступе во всемирной сети интернет. Его можно прочитать на русском и на английском языке. Презентация проводилась в Крымской областной научной библиотеке имени Франко. К чему я это сказал? К тому, что кому-то слово «бомж», кто-то, услышав слово «бомж», подумает, что это что-то такое неформатное. Социальный какой-то элемент. Что-то такое, то, что там в приличном месте, типа научной библиотеки, нельзя там представлять. Нет, это совсем не так. Я представлял именно в научной библиотеке этот свой учебник, и причем это в рамках проходило всекрымского фестиваля «Крымбукфест». Виктор, но вы в это понятие вкладываете только то, что человек с минимальным количеством денег, с минимальным обмундированием для путешественника может объехать весь мир. В принципе, да. Это так и есть. А все остальное, все эти вот запреты в голове только у человека находятся. Виктор, скажите, с каким минимальным запасом денег можно побывать в той или иной стране? Я беру обычно с собой запас, который я привожу обычно обратно. То есть я беру с большим запасом деньги. Я чаще всего, они обычно желтеют, потому что нельзя в поездке так вот, чтобы вода не попала на эти деньги. Или дождь пойдет, там сезоны дождей всегда часто бывают. Или выпрыгиваешь из лодки, или переходишь ручьи где-то. То есть обязательно вот эта вот пачка денег, пачка долларов, она обязательно становится мокрой. Если ее долго не вынимать из этого тайника, где она находится, она покрывается плесенью. Поэтому периодически нужно поселяться в гостиницу и раскладывать их где-то в каком-то укромном месте, для того, чтобы они подсохли, иначе они испортятся. Если можно такую сумму, с которой можно путешествовать? 500 на месяц. Из расчета 500 на месяц я беру. Но я их привожу обратно. Я трачу половину из этого, а остальные привожу домой. И беру в следующую поездку. А почему волк-одиночка? Почему самостоятельно? Не нужно брать ответственность за коллегу или единомышленника, который идет с вами? Этот вопрос мне очень часто задают, и ответ на него очень простой. Никто больше не поедет на полгода бомжевать, спать на кладбищах, спать в руинах, жить там, перемещаться где-то, пешком ходить. Это больше, наверное, больше в размере России, всей России, конечно, страна большая. Есть такие, как я, и они могли бы поехать. Но они заставят, мне нужно будет в рамках их маршрута перемещаться. И вообще им не нужен кто-то другой, например, я. По моему маршруту они не захотят передвигаться. То есть вот так, у каждого свой маршрут получится. Но таких людей очень мало. Не было таких желающих? Нет, их нет. На пространстве интернета никто не хотел составить вам компанию? На пространстве интернета или там вот на улице в Крыму здесь, конечно, кто-то хотел бы. Но, во-первых, это люди молодые, у которых нет денег. И они просто об этом мечтают. Никто им деньги не выдаст. И мне тоже никто не выдаст. Я езжу за свой счет. Вот. А во-вторых, большинство, а люди, которым за 40, они только так говорят, вот и я бы тоже так поехал. Ну, потом они вспомнят что-то и скажут, что ну не больше там 5 дней, 10 дней, 2 недель и все. Полгода никто не поедет просто больше. Это нереально. Для меня, как для женщины, вопрос гигиены. Как это соблюсти? Вот папуасы, они гигиену соблюдают в реке, у них нет бани, у них нет ванны, в реке. В реке купаются, то есть просто плывут, они не трут себя чем-то там, мылом или какими-то растениями, заменяющими мыло, а просто вот прыгнул туда, поплыл и выпрыгнул на берег. Все, это вот баня такая. А вы?
А я иногда бывает по две недели нахожусь без этого. Например, сейчас вот у меня вспомнилась ситуация. В Брунее я пользовался какими-то туалетами, как баня. У многих вот этих странных дикарских туалет можно как душ. Туалет и душ совмещены. То есть что это такое? Вот там такая кабинка, покрытая кафельной плиткой. Посредине дырка такая, можно в нее хоть воду сливать, можно там еще что-то делать в нее. И кран с водой, и стоит ведро. Наливаешь ведро, раздеваешься, выливаешься на себе на голову, вот это душ. Убираешь ведро, садишься по центру, это уже туалет. Вот так, примерно так. Когда выходишь из терминала аэропорта незнакомой страны, населенной аборигенами, одетыми в диковинные одежды, с непривычным, невиданным доселе цветом кожи, язык которых тебе неизвестен и ничего не знаешь об этом городе, этих людях и о том, что будет завтра, разве такая награда не стоит любых мытарств? Был целый ряд стран, в основном экзотические страны и скажем так, нищие страны, бедные страны. Я выбираю для своих путешествий бедные страны. Я не люблю богатые страны. Опять-таки, цель какая? Чтобы рассказать изнутри всю изнанку этой жизни. Цель моих первых поездок, самых первых, была... Вначале я делал фотовыставки, а каждой поездке вот один в один. Я возвращался из поездки и делал именно по этому материалу фотовыставки. Потом я писал статьи. Я писал две газеты. Я числился, у меня до сих пор сохранились удостоверения. Я числился внештатным корреспондентом в газете «Республика Крым» и в газете «Крымское время». Я писал им постоянно статьи. Ну, еще несколько газет я писал периодически. Вот. Дальше, после того, я стал писать книги. То есть бесцельных поездок у меня практически не было. Ну что хотелось показать? Что вы в своих книгах описывали? Как они живут? Это просто констатация того факта, что вы увидели? В книгах я описывал только то, о чем я знаю, то, о чем я видел. Например, какие у них зарплаты, где они работают, об этом я не знаю, конечно. При поверхностном моем перемещении, на одну страну я трачу не более 2 недель, в среднем. Но если большая страна, то бывает до месяца. В Индонезии, например, я был 40 дней. Вот. Ну, при таком небольшом объеме времени просто глубоко вжиться в их образ жизни, в их мировоззрение не получается. Только поверхностно. Виктор, ну смотрите, еда, ночлег, смена часовых поясов, разное время года, знание языков, люди, которые вообще не знакомы, и, конечно же, эти кварталы разные, преступные кварталы. То есть какая перед вами тогда вот маячила перспектива, вы не могли, наверное, себе представить или все-таки представляли. Но, тем не менее, это страх перед неизвестностью все-таки нивелировался чем? Любопытством? Да нет. Это скорее какой-то голос откуда-то со стороны, пусть будет с неба, который заставлял меня, сказал, что нужно это, что я должен это сделать. Небесное знамение озарило разум. Врата лазурного свода разверзлись, средь облаков в ореоле солнечных лучей явился Господь, Хануман Всевышний. «Доверяю тебе ответственную миссию», – молвил святой Божий. «От сего дня забудь о комфорте и уюте, оставь свои прихоти и желания, твоего эго больше нет. Ты не принадлежишь себе, принимая обет служения музам. Отныне ты ветер суданских пустынь, туман новогвинейских гор, зной кенийской ночи и тропический дождь индонезийского архипелага». Приятного в этом, я бы сказал, не очень много. Ну, не всегда это приятно, когда спишь там где-то на улице и... Ложишься, например, в юарге, например, ложился спать на улице, в кустах, там, в каких-то, в зарослях, это как она называется, сорняков каких-то. До 3 часов нормально, комфортно. После 3 начинается холодно. И укрыться больше нечем. Спального мешка нет. Это не очень приятно, не всегда приятно. А бывает, что ложишься спать на улицах и думаешь, а пойдет ли дождь, или если не пойдет. А вдруг пойдет дождь и будет. Очень-очень нехорошо ночью, когда идет дождь. Придется встать, одеться и куда-то убегать среди ночи. Вот так. Такие были случаи. А был у меня вот случай такой один, когда я жил на острове Эва в океане. Океания. Регион Океания. Страна Тонга. Значит, первую ночь, когда я прибыл на этот остров Тонга, я спал на улице, натянул только сетку
антимоскитную и спал на улице. Дождя не было. Вторую ночь я нашел заброшенную, видимо, это какое-то лесничество было, заброшенная, полуразрушенная такая хижина. И я лег спать там, и начался сильный дождь и буря. Вот как совпадение, как мне повезло. Если бы это началось в первый день, было бы очень-очень хорошо. Дождь был проливной и повалило много деревьев под утро, когда я вышел. Вот совпадение какое было. Вот, например, случай какой. Ну, с каждой поездкой ваш, что называется, запас вещей менялся или нет? Вы могли предположить? Запас вещей, такое? Это называется легкоходство. Когда берешь с собой очень маленький-маленький рюкзак, у меня вызывает смех люди, которые идут на какую-то соседнюю гору и с здоровенными рюкзачищами. У меня все очень маленькое, крохотное, и я с собой никогда не беру громоздкие вещи. У меня даже спального мешка с собой нет, не говоря о том, что палатку я ни разу с собой. Я объехал 60 стран на сегодняшний день, палатку я никогда с собой не брал. Почему? Ну вот у меня возникает, чтобы... Потому что у меня нет носильщика. Это у Дон Кихота был носильщик, Санчо Панса, а у меня его нету. У меня просто нет денег, чтобы нанять с собой носильщика. Язык. Сложно? Язык во многих странах говорят на английском. Английский я знаю на базовом уровне. Немножко знаю на арабском несколько слов знаю. На арабском языке говорят много стран тоже, в Африке и в Азии. Этого достаточно для общения? Да, для общения достаточно. Какой-то на уровне трехлетнего ребенка я знал индонезийский, я там был 40 дней. И на уровне тоже трехлетнего ребенка я знал испанский язык, я был 6,5 месяца в Латинской Америке. Сейчас я уже ничего не помню. Ни одного слова практически не вспомню. Но арабский помню сейчас. Могу продемонстрировать. Уахитет нинталета арба хамса сита асаба тамани теса ашар хеда ашар этнашар талактасар арбактасар хамистасар и так далее. Это я до 15 досчитал. Любой маршрут, будь то Африка, Азия или острова Океании, я прохожу дважды. Первый раз в реальности, второй, когда пишу об этом. Все произошедшее, приключения, радости, проблемы живут сейчас в моих воспоминаниях, путевых заметках, воображении прочитавших книги и статьи. Они будут существовать, когда меня уже не будет. Я описываю только то, что видел своими глазами. То, что мне кто-то описал, я описываю то, что кто-то мне рассказал, я описываю очень редко. У вас два учебника. Для кого вы их писали? Кто может воспользоваться? У меня два основных учебника. Который я написал на двух языках, на русском и на английском. Вообще-то учебников у меня 5, электронные. Значит, первый учебник называется «Бомж-туризм», где я изложил очень подробно всю методику бюджетного перемещения по земному шару. То есть руководство к действию? Да, это именно руководство действия. Кому нравится на английском, может руководство почитать на английском. Кому нравится на русском, может на русском. Другие языки переводов нет. Вот. Все подробно, причем, что интересно, в бумажной книге нельзя иллюстрировать видеофрагментами, а в электронной книге можно иллюстрировать видеофрагментами. То есть все очень-очень подробно. Второй учебник называется «Азы фотоискусства». Это не такой учебник, где обучают, как брать в руки фотоаппарат, как выставлять источники света, как выбирать ракурс. Это совсем другой учебник. Он содержит описание стилей, жанров и направлений именно фотоискусства. Не фотографий, а именно фотоискусства. Где я собрал такие жанры, стили и направления, которые даже малоизвестны. Не во всех странах мира. В России, может быть, кто-то такие жанры и направления даже не знает. Например, экспериментальная фотография. Я думаю, что даже спросить, если фотографы, которые профессионалы, они не слышали об этом. Они могут. Где я почерпнул этот термин? Я почерпнул его в немецкой Википедии. Даже в англоязычном разделе Википедии о нем ничего не известно. А что еще скажу? Занимался я этим еще лет 15 назад. Это именно экспериментальный. Но там не только экспериментальный, там еще много жанров. Лет 15 назад, тогда я не знал, как это называется. А вот сейчас я только нашел, что, оказывается, такое, этому жанру присвоено имя где-то там. И вполне оно в какие-то рамки чего-то там укладывается. Виктор, вы знаете, вот общаясь с фотографами, я услышала такую фразу, что фотограф, он как снайпер, очень долго ждет кадр, а потом должен вот так буквально одним щелчком, что называется, выстрелить и поймать то самое мгновение. Это зависит от того жанра, который он выбрал для себя. Если он снимает пейзажи, то ему это все не понадобится.
Смотря что он хочет. В вашем жанре это необходимо? От ожидания. Вот если бы я вот взял бы так вот, засел там и ждал очень, когда вот эта женщина из племени Химбо появится, ничего бы это не дало. Это спонтанно просто. Я проезжал мимо на каком-то автобусе, на общественном транспорте. Она шла. Я открыл форточку быстро, навел в объективе, быстро очень сфотографировал. Вот. Ну а другие моменты были, которые вот действительно ожидания стоили? Другие моменты, да, иногда приезжаешь в какое-то место, например, я приехал на Мертвое море со стороны Иордании, и свет утром, который, когда я приехал, падал неправильно, не в ту сторону, а хорошо, правильно падал вечером, а мне нельзя было оставаться до вечера, мне нужно было уехать, иначе мне пришлось бы спать на улице без снаряжения, потому что снаряжение осталось в городе. Ну, я так вот уехал, не солоно хлебавши. Конечно же, ваши путешествия не бывают без приключений. Вот несколько таких интересных моментов. Несколько интересных моментов. Значит, в Йоханнесбурге меня чуть не задушили на улице. И они бы действовали профессионалы. Самое интересное, что по случайному совпадению, это было через полгода, в день отлета, ровно за 2 часа до того, как я возвращался домой. Значит, нападали трое, я их не видел. Один хватил сзади за шею, и двое других вытаскивали все из кармана в это время. То есть просто ограбление, да? Да, просто ограбление. Они надавили на точку на шее, которую они знают. Если бы они надавили чуть-чуть больше на несколько секунд, я бы уже не поднялся бы с асфальта, а так я поднялся через какое-то время. И самое интересное, что это было днем в центре города, в Йоханнесбурге. И никто ничего не... У них это привычно, у них нормально. У них часто так бывает. Именно днем. Не ночью в каком-то там тихом переулке, именно в центре города днем. Вот. И никто бы ничего не сказал. Приехала бы полиция, потом бы часов через 5. Зафиксировали смерть иностранца по непонятной причине. Вы остались без денег, без документов, без телефона, да? Без ничего? Телефона у меня никогда в поездках нету. Я не турист, еще раз напомню. Я путешественник. Деньги, я профессиональный путешественник. Деньги у меня были спрятаны очень далеко. Они не успели. Они не из верхних карманов вытащили. А я потерял просто весь фотоматериал, фотоаппарат, который стоил 200 евро. Но это ерунда. Мне главное, там карта памяти была. И потерял на 20 долларов в местной валюте, в местных брендах. Все. То есть основная потеря была это карта памяти, которую они выбросили просто. И еще у меня был интересный случай, когда я пытался по глупости переплыть водопад Ипупа в Намибии. И меня унесло немного вперед водопадом. Через какое-то расстояние, метров через 50, я всплыл. На другой стороне уже реки, это была Ангола. Переплыть на другую сторону мне уже не представлялась возможность. Вся... А вещи-то остались вещи, там? Вещи, деньги и одежда, естественно, остались. На другой стороне, даже если бы у меня был какой-то там телефон, я бы его, ну, он бы пришел в негодность, если бы я с ним поплыл. Вот. И на следующее утро, по случайному стечению обстоятельств, туда попал местный житель. До него дошло, что я не турист из Анголы, а я туда попал. Это несчастный случай какой-то случился. Он позвал, туда собрали всю местную эту, как называется, маленькая деревня такая, коммуна у них называется, коммуна. Туда позвали, потом они пригласили спасателей откуда-то издалека, и под вечер меня спасли. Теперь я по-настоящему богат, и это сокровище не отнять ни проходимцам в темных переулках, ни вездесущим налоговым органам. Полугодовая вылазка, включавшая 9 стран и 7 островов, весомым вкладом дополнила багаж знаний, полученный в предыдущих странствиях. Духовное богатство дороже бриллиантов. За все эти годы вы написали более 150 статей, выпустили более десятка книг, 12 фотовыставок. Интересуется вами географическое общество. Ведете авторский проект «Вокруг света с пустыми карманами». Неужели никому это не интересно? Или все-таки ситуация меняется? «Вокруг света с пустыми карманами» проект 2014-2015 года. Прошло уже 9 лет. Книги я по-прежнему пишу. Последняя вышла около последней экспедиции. Вот она здесь у меня. 2 месяца странствий и 14 дней за решеткой. Здесь такие страны включены. Южная Корея, Тайвань, Филиппины, Сингапур, Фиджи, Вануату, Тонкая Самоа. Основной, конечно, целью было посещение, как вот можно увидеть на обложке, Океании. Ну, поскольку путь шел попутно через вот эти вот, так сказать, цивилизованные страны. Ну, как бы так неправильно говорить, но я скажу так, цивилизованные страны. Южная Корея, Тайвань,
и так далее. Значит, я заехал туда. Ну, главные были вот Но вы не остаетесь в центре, да? Вы куда-то идете в трущобу, в глубину, где, что называется, не ступала нога человека. Да, часто я бываю в таких местах, где кроме трущоб просто больше ничего нет. Интересный вот контраст вот здесь, вот в этой книге описаны. Южная Корея и Вануату, там, Тонга Самоа. Одинакового размера остров. В Корее на этом острове стоят небоскребы в 30 и выше этажей, а в точно таком же, на точно таком же размера острове в океане хижины и вообще пустынные пространства. А так они, внешне они, по размеру они одинаковые. Я был на острове Манона в Самоа. Он по окружности 3 километра, но там живут люди. Как на вас реагируют местные жители? Вы же для них тоже диковинны. Местные жители реагируют на меня по-разному. Вот, в частности, на этом острове Манона, который я только что упомянул, они сидят на своих этих верандах таких, то есть, ну, как это, перед хижиной такое открытое, полуоткрытое пространство. И вот так вот они целый день сидят, им очень скучно. Когда они увидели меня, а там иностранцев практически не бывает, они меня стали звать и там что-то приглашали, чтобы я с ними поговорил и развлек их чем-то там, своими разговорами. Да, они умеют говорить по-английски. В этих странах экзотических многие люди, почти все, больше половины умеют говорить по-английски. Когда на Фиджи я сказал одному человеку, представителю аэропорта, что я пишу книги в России, он спросил у меня, пишу ли я на английском языке. Я говорю, что на английском я никогда не пишу. У нас все говорят по-русски, а по-английски. Он очень сильно удивился, потому что в этих странах, где живут аборигены, они все знают английский, а язык какой-то свой местный, туземный, это для какого-то такого домашнего общения. Вас угощают? У них есть такой обычай гостеприимства? Да, меня угощают, конечно, но скажу, что угощение так не очень уж такое оно. Ну, угощение бюджетное. Вы никого не можете обидеть, если вы откажетесь? Например, там есть кузнечиков или тараканов? Кузнечиков и тараканов я ел это как бы такая еда, как я вам скажу, типа как у нас крабов. Ну, не каждый день, это не каждодневное. Они иногда это покупают, такая закуска. Ну, это не каждый день едят. А вот в Самоа, о котором я сейчас только что рассказывал, я был у местного жителя, жил в гостях одну ночь, и они меня накормили какими-то морскими, типа мидий что-то, ну как называется это, я не знаю, и в сыром виде. Но я все это съел, потому что другого не было. В тюрьму я попал за то, что хотел выйти купить на ужин какую-то лепешку афганскую. Я вышел, чтобы ее купить, меня остановили, попросили предъявить паспорт. Когда я предъявил, там никаких проблем не было, и меня попросили вернуться в мою гостиницу, то бишь Мехмунсарай, а не гостиница, потому что гостиниц там нет. Я отказался, сказал, что я сейчас куплю, поем эту лепешку нищенскую, и потом вернусь. Но полицейским это не понравилось. Они поймали такси, и один из них остался на посту, а второй отвез меня в комендатуру. Виктор, а было страшно? Было чувство безысходности какой-то? А что будет, если обо мне не узнают? Чувства безысходности не было, было только чувство проблематичности, что у меня идет оплата за гостиницу $5 в день, а я вот здесь сижу в тюрьме, и с меня не снимут эту оплату. Там просто я использую свой этот номер, Мехмунсарай называется, там, как камеру хранения, и плачу за нее как за проживание. Это нехорошо. Неизвестно, сколько меня здесь будут держать в этой тюрьме афганской, а я потом выйду, и мне надо будет заплатить за все это проживание. Вот. Ну, я просто знал, что это на той стороне Афганистана находится, где лояльные к нашему населению, к русскоязычному, бывшему постсоветскому находятся люди, что они, в конце концов, все закончится. Просто от времени, за время, сколько просто это пройдет, что все закончится положительно, я знал. Никакие консулы о вас не знают, никакие дипломатические миссии, которые могут потребовать выпустить вас из тюрьмы. Как это вообще происходит? Нет, никакие консулы обо мне не знали, конечно, тогда. А вот, например, когда меня задержали из-за отсутствия обратного билета на Фиджи, то они отбирают у всех средства связи, и там нету ни интернета, ни мобильных телефонов, у всех, не только у меня, чтобы человек не мог связаться ни с консулом, ни с кем угодно. Вот такая у них традиция. И сколько это длилось?
Это было, конечно, очень тяжело. На Фиджи меня задержали из-за отсутствия обратного билета. Длилось это две недели. Это очень тяжело, когда ходишь по территории, ограниченной там 10 метров в одну сторону, 10 метров в другую, и нельзя выйти на улицу. Можно смотреть телевизор, можно питание бесплатное там дают. Бесплатное, причем по меню дают. Можешь выбирать бесплатно все, что понравилось. Там есть два бассейна. Там есть телевизор, где транслируются индийские какие-то фильмы и видеоклипы, ну, на индийском языке все. Ну, нельзя выйти за пределами, за забор, нельзя выйти, за ворота. Это очень тяжело, две недели. И не знаешь, когда это закончится. И эта история тоже была отражена в одной из ваших книг. Эта история, вот, два месяца странствий и 14 дней за решеткой. Вот в этой книге. Кроме фото, какие еще сувениры вы привозите на память? Сувениров я на самом деле привожу не очень много, потому что я занимаюсь, мой метод – это легкоходство. А легкоходство, при легкоходстве нельзя с собой большой килограммовый груз с собой возить. Любой камень. Я привожу только монеты, стараюсь их как бы более к концу затариваться этими монетами. И привожу их, в том числе и на продажу тоже. Мне нужно как-то финансировать мои поездки. Вот я и привожу монеты. Время неумолимо движется вперед, и этот процесс необратим. Список посещенных стран с каждым годом увеличивается, спонсоров по-прежнему нет и не предвидится. Впрочем, нужны ли они? Легко и просто обойтись без чьей-либо помощи. Нужно лишь чуточку пожертвовать собой, немного презреть деньги, слегка игнорировать комфорт и уют и очень-очень поверить в свои силы, даже если их нет. Этой цитатой мы подводим итог нашей короткой беседы. Но что впереди? Какие идеи? Если можно, о далеко идущих перспективах и ближайших шагах. Пока что впереди, через 5 дней, мое мероприятие в Севастополе. А поездки по каким-то странам я никогда их не планирую. Я просто выезжаю спонтанно в какой-то день. Вот сегодня я хожу по Севастополю, а завтра я уже лечу в самолете. И дальше оно идет тоже так, спонтанно, без всякого плана. Спасибо вам большое. Спасибо за интервью.